Интересный вопрос. Чем вы обычно занимались, когда вам было скучно в 21-м году? Но я бы добавила еще грустно. И что-то нужно было себя чем-то отвлечь, завлечь, чтобы просто не сойти с ума. Я снимала юморески в ТикТок. Проще говоря, дурачилась. И мне, знаете, это помогало. Я как бы не на публику играла, я это делала сама для себя. Мне это поднимало настроение, и хотелось бороться дальше, чтобы жить. Вот, наверное, я ответила на вопрос. Скучно, грустно. И казалось, что выхода нет. Он всегда есть. Надо верить. Сколько раз вы сматерились в 21-м году? Вы знаете, я подсчет не вела. И как старалась бы не выражаться. Но иногда были такие моменты, что да, признаюсь честно, вырывалась. Потом я все время произносила такую фразу: «Господи помилуй». Вообще нельзя матюкаться. Это разрушает нашу энергию внутреннюю. Это очень плохо действует на нашу энергетику и на наш организм. Поэтому я не рекомендую никому это делать. Давайте не будем этого делать. И вот увидите, наша жизнь станет намного лучше. Конечно же, в Дубай. Конечно же, в Дубай. Я обожаю Арабские Эмираты, и в Дубай бы я хотела поехать. Я была там последний раз в 2019 году, в декабре. Хотела бы съездить. Какое хобби? Это простое хобби. Я бы даже не знаю, назвала бы я хобби это. Я стала поклонницей компании Essence, чешской. Поклонницей их духов, эквивалентов, брендов. Просто потрясающе. И вам советую попробовать. Хоть раз попробуйте один раз. И влюбитесь на всю жизнь. Вот так произошло со мной. Как мини-презентация вам говорю, да? Если что, в шапке профиля можно перейти на сайт. Посмотреть продукцию, ознакомиться. Может, что-то купить. Можете лично мне написать. Но меня затянуло. В тот самый момент, когда мне было очень плохо. Плохо. И со здоровьем совсем. Это тоже мне помогло. Я продолжаю сотрудничать с этой компанией и радовать себя продуктами. Чего бы я хотела в 22-м году, да? Я хотела бы одного – здоровья. Не только в 22-м году, на всю оставшуюся жизнь, сколько мне суждено прожить. И, конечно, бы хотелось, чтобы ушла вот эта вся суматоха с новомодным вирусом. И чтобы наконец-то мы могли свободно передвигаться, без всяких ограничений. Наверное, это самое главное желание. Чтобы были близкие, здоровы. Тоже важно. Хочется хорошей жизни, просто жить. Просто жить и наслаждаться жизнью. Вот хотела бы просто жить.